Хотя что такого спросить про туалет? Ведь это совершенно обычный вопрос. Здравствуйте, где туалет? Он для клиентов. О, ладно, я куплю. Оплата там. Мне срочно, не могу терпеть. Большое капучино для Скайлера. Спасибо. Вообще-то, насколько я знаю, да, ну, в заведениях общественного питания туалеты должны быть доступны для всех, неважно, клиенты или нет. У нас не так. Но вы же обязаны соблюдать закон штата. Очень нужно. Карамельный латте для Миранды. Милая? Тебе заказать, как обычно? Жена будет двойной эспрессо. Хотя ты опять не уснешь, малышка. Снизим дозу кофеина. Ты вчера до полуночи бродила. Да, и правда. Тогда я буду, наверное, чай мятный с сахаром. Спасибо, милый. И хлеб для бутербродов. Дайте ей ключи от туалета, ведь она клиент. Спасибо. Спасибо. Так, мило. Не за что. Закон о туалетах, да? Изучали. На днях. Спасибо. Мятный чай будет ждать тебя. Ты же моя жена. О, хорошо. Это здорово. Вернусь. Как все сделаю. Халли, тут один парень и... что-то между нами. Я, конечно, неопытная, но он мне чай купил и, может, украл пальто. Что теперь? Видимо, пора мне уже вылезти из своей скорлупы. Перезвоню. Вот черт. Все в порядке? Супер! Просто замечательно! Просто целых 6 часов терпела. Я тут вышла на практику и не хотела никого расспрашивать про туалет, а то решат, что я сама ничего не могу, что я несу. Ясно. Хотя что такого спросить про туалет? Ведь это совершенно обычный вопрос. Да? Ладно. Твой чай с мятой. Спасибо. И спасибо, что не украл пальто. Пока. Спасибо. Стой! Я... Ты... Приглашаешь на свидание? Да. Приглашаю. Бен. Би. Thank you.